еще можешь? Раньше было веселее. Раньше ты был моложе. И глупее. Но ты все такой же быстрый. Медленный пилигрим, считай мертвый. Да, знаю. Забирайся, хочу кое-чего показать. Ох, брат, хватку не растерял. Спасибо. Рад тебя видеть, Спайк. Давно не виделись. Давно, но сопли размазывать не будем. Идем, покажу кое-чего. Куда идем? Увидишь. Невероятно. Что именно? Большинство пилигримов не протянет в дороге и 2-3 лет. А ты по свету уже 4 года бродишь и все еще жив. Как и ты. Ага, но я-то охуенный. Точно. Без шуток. Мне б твою энергию. Слышал чего о Джейн? После Нового Парижа ничего. Каким путем шел? Через Бэйнс или Гэри? Через Бэйнс. Ну и Берень. Штук 5 ветхих хижин, да такой же забор. Там никто о ней не слышал. Смотри, Эйден. Здесь улей полный меда. Мы же не упустим такую возможность, да? Не в жизнь. Осмотрись. Если повезет, сможем найти и ромашку. Подойдет. Помнишь старую травницу, что довели до деревни? Она то и дело повторяла. Запомни, мед и ромашка — это дары природы. Смешай их, используй. Если повезет, вылечишься. Шустрей, почти пришли.
Ну вот, заходи. Ого. Уютное гнездышко. Черт, заперто. Я попробую открыть, а ты поищи другой вход. Хватай все полезное. Ага. Ничего. Здесь ничего. Вечеринка? Но к этому времени ВГМ утратила контроль над вирусом. Пусто. Какого? Эйден, ты там как? Да, крысы. Знаешь, пора прощаться. Почему? Я начинаю о тебе беспокоиться. Ты знаешь поговорку? Начинаешь о ком-то беспокоиться? Пора валить. Каким на вкус было вино раньше? Who do you voodoo? Хм, что-то знакомое. Нет, голяк.
И это называли искусством? Лучший способ отметить конец света. Умерли на своих условиях. Надеюсь, и нам так повезет. Эйден, я гляну, что наверху. А ты осмотри сад, лады? Лады. Зато они были вместе. Она была классной. Прости, что сбежал. Говорят, если человек превращается, это уже необратимо. Я в это не верю. Я знаю, что ты еще здесь, под всей этой болью. Я иду к тебе. Не хочу больше убегать. Эйден, иди сюда, глянь-ка!
Внутри сядь, брат. Для тебя. А, подарок? Скорее, дар небес. Нашел рядом с телом прошлого владельца. Надеюсь, тебе от нее будет больше проку. Держи. Выдохлась. Когда это ты стал таким гурманом? Пей давай. Кто знал, что конец мира может быть тихим? Пока не наступит ночь. Верно. Жаль, Краин этого не видит. Кто? Неважно. Я выследил того парня. Что? Какого? Кончай уже. Ты стал пилигримом, чтобы найти этого уёбка, Вальца. Я нашел, кто с ним знаком. Что? И только сейчас говоришь? Мы пьем пиво. Думал, дойдет, что мы отмечаем. Парнишка из Велидора. Видимо, он что-то знает о Вальце. Велидор? Значит, я близко. У меня есть просьба. Не отнесешь это в Гэри? Тебе по пути. Там не любят пилигримов, но платят хорошо. А где любят пилигримов, Эйден? Нас боятся. Все пытаются выжить любой ценой. Возможно. Но когда надо что-то передать, прорвавшись через орду зараженных, зовут нас. Ладно, но за тобой должок. Да, и не один. А что с тем парнем? Я говорил с ним по рации. Имени он мне не назвал. Похоже, ему есть что скрывать. Видишь антенну на горе? Она поможет с ним связаться. Он будет ждать на рассвете. Частота 140 и 200 мегагерц. Свяжись с ним. Я пойду прямо в город. Все не так просто. Велидор должен был стать одной из зон, обнесенной стенами, чтобы сдержать вирус. План провалился, но город выстоял, как и стены. Парень знает, как попасть внутрь. Свяжись с ним, он все расскажет. Что он хочет взамен? Не сказал. Но сомневаюсь, что он из тех, кто помогает за даром. Не думаю, что такие люди есть. Что? А как же я? Ты старая пиявка, которая заставляет расспрашивать о своей чокнутой подружке. Эй, она не чокнутая. Джейн просто... сорви голова и... И часто из-за этого попадает в беду. Но ты бы видел ее огромные... Ого! Еще слишком рано для подобных разговоров. Глаза. Я хотел сказать глаза. Огромные. Прекрасные. Цвета стали. Не слышал, чтобы так восхищались серыми глазами. Потому что ты ни хера ни о жизни не знаешь, ни о женщинах. Наверное, ты прав. Уверяю. Однажды я найду Джейн. Мы построим дом и будем в нем жить. Я перестану скитаться по свету, как придурок. Выпью за это. А этот Вальц? Кто он? Родня? Нет, точно нет. А зачем ищешь его? Рассказывать собираешься? Да, однажды. Ну ладно, мне пора. И когда я тебя увижу? Еще через 2 года. Кто знает. Береги себя, брат. Надеюсь, найдешь этого Вальца, или как там его. И не забудь, 140 и 200 мегагерц. На рассвете. Тебя ждут.
Кусаки. Thank you.
Еще чуть-чуть. Уже темно. Пора найти пристанище на ночь. Вряд ли найду что-то получше. Радиостанция должна быть где-то здесь. Кто-то их трогал недавно.
Его сдвигали. Ладно, попробуем. Вот она, радиостанция. Надо запустить генератор. Это что за хрень? Сдох.
Поехали. Это Эйден. Прием. Кто-то искал Пилигрима? Прием. Видимо, буду ждать до утра. Он мне не доверяет. Все время толкает речи перед зеркалом. Айдеру не стать таким, как командир. Знаешь, только я вернулся от Турзавы, как заметил, что в банке дыра. И пришлось, блядь, переться снова. Ты Денниса не видел? Не. Если подумать, я уже пару дней его не видел. А что? Он пошел искать лекарства у старых контейнеров в ВГМ. Я сказал, что там давно все разграбили и что это верная смерть. Если он ушел один, то можно копать ему могилу. Не стать. Побежи они Карла сразу, убийство Лукаса было бы раскрыто. Вся эта история с Лукасом очень херовая, но нельзя вымещать злость на базаре. Хватит. Пора спать. Утром снова попробую. Сейчас? Нет, когда состаримся. Сейчас, Эйди. Нам нужны припасы. Все готово. Так тихо. Где же все? Может, все умерли? Ты дура. Пошли. Живо. Все хорошо. Жди здесь. Ничего хорошего не выйдет. Привел 12-346. Мы должны были отвезти пациента в город. Не волнуйся, нас скоро выпустят. Эйди, мне страшно. Я с тобой. Ты в безопасности. Я знаю. Слушай меня. Даже если нас разлучат, мы всегда сможем найти друг друга. Эйди! Нет, нет! Мия! Эйди! Доктор Вальц, мы не успеем. Военные вот-вот будут здесь. Стой! Закрой глаза.
Огонь! В лаборатории! Надо связаться с тем, о ком говорил Спайк. Это Эйден. Я сейчас на частоте 140 и 200 мегагерц. Прием. Эйден. Да. Я должен был с тобой связаться. Рад, что не передумал. Зачем тебе Вальц, Пилигрим? Чтобы найти кое-кого. Ее зовут Мия. 15 лет назад мы вместе были в больнице и... Я знаю, кого ты ищешь, Эйден. Ты хочешь знать, зачем Вальц ставил на вас все эти опыты? Почему ты сильнее и выносливее других? Я просто хочу найти Мию. Ищу ее, как ушел из лагеря выживших. Можешь мне помочь? Может, и могу. Давай встретимся, Пилигрим. Где и когда? Вход в туннель метро на берегу. В туннеле можно попасть через открытый люк ВГМ. Я буду там. Ты же не делаешь это просто так? Мне нужно уйти из города, но не в одиночку. Отведи меня в Новый Париж, и мы квиты. По дороге я расскажу тебе все, что знаю. Конец связи. Постой! Я должен хотя бы знать, что она жива. Она жива. Я иду к месту встречи. Увидимся. Прием. Это Эйден. Ты меня слышишь? Громко и четко. Значит, ты уже близко. Я переплываю озеро. Значит, ты уже почти у туннелей. Там есть вход. Единственный, который оставила ВГМ, когда закрыла город. Поторопись. Что не так? Живее. Thank you.
Я вхожу в туннели. Эй, слышишь меня? Скоро встретимся. Уже иду. Здесь есть кто-нибудь? О, черт, мне это не нравится. О, боже. В порядке? Тварь меня укусила! Прыгун, в коллекторах полно этих тварей! Скорее выходи на свет! Где Мия? Потом! Нам нужно уходить! Да! Терпи! Это пройдет! Держись! Вот ты где!
Мы тебя искали. А что с этим? Кажись, подох. У него ничего нет. Пошли! Да нет у меня ключа, клянусь! Ключа! Я его уничтожил! Своими руками! Босс заставит его разговориться! Где же он?